Перемещение четырех лицевых петель и одной изнаночной с наклоном вправо. Так, оставляем две петельки на дополнительной спице за работой. Затем с основной спицы провязываем 3 лицевые петельки. Раз, два, три. И теперь нужно вот с дополнительной спицы провязать сначала одну лицевую, а затем изнаночную петельку. Так, стоп. Вот таким образом. Так, убираю спицу. И получается перемещение 4 лицевых. То есть вот 3 петельки лицевые у меня как бы спереди, наклон у меня вправо, 4-я петля лицевая она сзади и одна изнаночная петелька она сзади, как бы направление в другую сторону.